ТВ! Это Бача ТВ, с нами наш звездный арт-директор Андрей Григорьев Аполлонов. Андрей, обязательно возьми интервью у своих друзей, спроси о них, что они думают о Баче. Клуб Бача лучший клуб. А как тебе вот эта девушка ходит? Даже не спрашивай, я даже боюсь туда смотреть. А музыка? Знаешь, музыка танцевальная. Почему у нас логотип вишня? Потому что там две вишни. Я Андрей Фомин и Андрей Аполлонов. Первая ассоциация — это двойняшки. Почему-то. Это мои эротические мечты. Если это рассмотреть по Фрейду, то это некоторые округлости, напоминающие женский бюст. Но это известная тема. Ну-ка. Бывают виртуозки, которые могут взять вишенку и что-то там сделать языком и завязать узел. Мне кажется, от этого идет символ Бача. Это филигранность и класс. Две вишенки — это, ну как, это объединение. Понимаешь, объединение, наверное, объединение. Мне нравится двигаться в ритме этой музыки. Лейс, я предлагаю... Всем привет, я Симон. И это Бача ТВ. Я встретил прекрасную незнакомку и хочу ей просто задать простой вопрос. Вы часто бываете у нас в клубе? Да. Как часто ты бываешь в клубе Бача? Я думаю, последнее время каждые выходные. Почему я здесь зашел? Да. Потому что Паша — это лучший бренд в мире, в принципе. Лучший клуб в мире. Привет. Я не говорю по-русски. Я бываю в Паша Интернешнл везде. Где это было? Нью-Йорк, Бразилия, везде, где бывает. Понимаете, о чем речь? Люблю. Ну, Ибица — это уже просто святое. Паша, Ибица. Я живу в Лондоне, и когда я приезжаю, ну, я там учусь, когда я сюда приезжаю, то есть я постоянно сюда хожу. Как вам сегодня в Баче? Отлично, как всегда, самый лучший клуб в Москве, мне кажется. Приходите сюда, здесь очень круто. На самом деле, вот сегодня собралась замечательная компания, которые, люди, которых мы не видели, там, не знаю, полгода, наверное. Нам очень весело, весна на дворе, любовь. Тусую, как всегда, в Баче. Любимая тема. Митя Фомин, привет! 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 Я его... Перевод. Его голос, его директор, его бренд. Потому что он сейчас работает на Китай. У нас в Китае Митя Фомин — это номер один. Паша ТВ! Приводит крутых диджеев, делает крутое шоу. Никита Альмеко очень счастлива, что мы друг друга хорошо понимаем и делаем вместе крутые вечеринки, золотые вечеринки. Вы знаете, в каком клубе вы находитесь? Ну, конечно же, это же легендарная Бача. Как правильно, Бача или Паша? Бача. Мне кажется, что Бача — это веселее, а Паша — это уже когда совсем весело. В принципе, я думаю, можно и так, и так. В оригинале говорят Паша, в Амфире. Ну, послушай, а я же девушка деревенская, из поселка Садовище Смоленской области, поэтому с меня и взятки гладкие. Какой твой любимый коктейль здесь в Баче?
Ну, возможно, будет звучать очень тривиально, но, скорее всего, Red Bull водка. Пью? Пью все, что льется на самом деле. А что вы обычно пьете? Мартини. Виски с колой. Нет наркотикам и нет курению, только белое вино. В течение вечера я пью Long Island. Пачовский Long Island хорош, потому что в нем есть чуть-чуть вишневого сока. Пача – это любовь. Любовь – это пача. Синонимы. Это Пача Москва, это Симон, это Пача ТВ. Желаю вам удачи, Пача ТВ. Пача ТВ – самый популярный развлекательный музыкальный канал в Испании. В скором времени этот канал появится во всей Европе и в России. Сейчас мы делаем репортаж для московского Пача ТВ. Да, неплохой репортаж, кстати. Да. Будьте в кадре. А, Пача Форева, Москва гуляет. Приезжайте к нам. Вау! Тоже камеру, тоже камеру.